Все, так и мы будем. 3.25, 3.28. Следи, кто захоти! Лидирует 65. Тищенко Сергей. Скорый финиш. Егор! Егор! Браво, друзья, браво! Итак, забег на 5 километров от нефтехимика. Сережа там хочет, чтобы я сняла, я уже снимаю. Поехали, Сережа, давай! Сейчас был дан старт забега на 5000 метров. Вот эта женщина все прекрасно объяснила за меня. Строгая женщина. Это те уже, которые пробежали, мальчики, девочки. Все побежали. Красивая арочка. Он какой-то мужчинчик снимает красивую девочку на камеру. Капец. В общем, мы ждем Сережу. Говорит, конкуренция будет огромная, что у нас здесь такие все прям молодцы, прям бегуны, триатлеты. Ну что ж, будем ждать. А вот и побежала первая машина смерти. Внимание, прохожие по тротуару, освободите трассу. Тот же, который и лидировал на пробеге. Внимание, прохожие, освободите трассу для легкоатлетического кросса. За ним Сергей Годына. Еще какой-то мальчик его посел. Давай, давай, давай! Еще какой-то мальчик. И молодой человек на велосипеде. Не выезжайте, пожалуйста, на трассу. А где Сережа? На зеленом велосипеде. А, там уже за ним и Сережа. Давай! Вот так, хорошо. Еще один товарищ Сережи. Прекрасно, неясные какие-то туземцы. Сережа, давай! Давай, 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 давай! Вот так вот. Все побежали, и дальше пошли снова неизвестные мужчины. Мы включим трансляцию, когда снова Сережа окажется на горизонте. Уважаемые гости какого-либо мероприятия, освободите трассу для участников легкоатлетического кросса. Давай. Или быстрее переходите. Этот монстр. Ну смотрите, вижу, во всяком случае, по сторонам. На манеже все те же. Вижу Сергея Годыну и неизвестного мальчика, за ним Кодак. Он зараза, пасет. Давай! Где вас, Кадина, а Серега идти? Серега где-то там бежит. Я не знаю, где. Вот это его друг. Вот. Да. Красава. Серега, он за этим подойдет. Нет, я не знаю, где он. Что пришел. Происходит? Устал, что ли? Ну, как можно я не знаю, честно говоря. Мужики все. Шал, он даже не пробегает. Вон, он все, бежит, видишь? О, красава, Серега. Угу. Надо поднажать, не знаю, наверное, устал. Но у него завтра еще просто 5 верст бежать, ему нужно в Белой Церкви. Лёха, угу. Он триатлонист. Что часа? Это и велосипед, и бег, и плавание. Сережа, давай! Олимпиец. Давай быстрей, Сергей. Привет. Да, сказала Карина. Привет. Вот бежит лапьемец. Улыбнись на камеру. Одни звезды, звезды. Ну ладно, я не знаю этого чувака. А вот там дальше бежит интересный персонаж в зеленой майке, очень интересный, такой с пузиком дымным. Называется «Наел, а теперь сбрасывай». Ну, во всяком случае, видно, что мужичок добренький. Улыбается. Блин,
Пока снимала этот круг, тут уже бежит лидер соревнований. Боже, ну вот это он машина вообще. Я не знаю, чем он занимался, честно говоря. Но это внушает страх. Вот монстр. Так. Боже, а за ним уже и Годына. Там девочкам не дают добежать, они уже их прессуют. Это был третий круг, осталось еще один. Боже, не сдавайтесь, я знаю, как а это сейчас тяжко. Я бежала 5 километров. Да не сейчас, он уже лидировал. Лисаренко Игорь. Давай. Работник публичного акционерного общества «Огородовнафта» подразделения пожарной части. А, он пожарник. Вот и кодек. Прям настроен решительно. Где мой Сережа? Один вопрос у меня висит сейчас в воздухе. Все остальные Сережи меня не интересуют. Легок на помине, вот и бежит наш Сережа. В смысле, чего это ваш? Мой Сережа. Я собственница. Итак, бежит. Молодец, давай. Ми зараз дуже давно будемо зустрічати справжніх героїв, які сьогодні долають 5 кілометрів. Такая фоткала собаку, он уже прибежал. Этот Игорь Шлюсаренко, работник пожарной станции. Так, Демис пока бежит третий круг. Давай. Вторым финишировал Годына Сергей. Вторым. Ничего страшного. Четвертый кодек. Поздравляю. Путей Илья пришел третьим. Четвертый кодек. Пять кодек. Я уже снова сбила со счета. Столько пробежала. Ждем Сережа. Давай, красиво финишируй. Ты это умеешь. К окончанию дистанции. Забег на 5000 метров. Осталось прибежал. Совсем немножко. Кому-то последний круг. Смотри, 4500. Это я там отсел. 4500 и больше. Я снимаю. Расскажите о своих впечатлениях. Я без кепки. А я снимаю. Обманули. Скажите, что как у вас вообще дела? Сережа, Саша. Я его боялся. Моя категория бежала до огня. Я все сдох, накрывает. Остается 10 метров. Терпит, догоняет третьего. Валил, что не знаю, где он так тренируется, в каком тренируется, но прогресс. Лисаренко, Игорь, ты не за того. Лисаренко сейчас с него стабильно, нет повышения. Вот у кого есть повышение, за год. Да. Я реально свидетель того, как он бегал год назад и сейчас. Это был рост, догоняет того, кто бегает 10-20 дистанцию нашу. Ну, ты прав, что Лила, потому что наши спортсмены уже добегают до финиша. Будущая звезда Кременчуга. Так, я футболиста обогнал. А это самый спортивный человек города, он и остается. Наиболее участие в соревнованиях, наибольшее участие в соревнованиях разного вида спорта. Мы с Йопуском увитаем, а наши снайкрачи, как издавали на Ивашу дистанцию, 5 километров. 100 километровщик, ну короче, чувак. Вот, все, это вот. В общем, ну а это человек, который любит всех рекламировать, да? Это же не твоя спорта, ты же можешь.